Это улица Фазиля Искандера в Сухуми. Это не политическая акция, это протест обычных граждан, жителей Сухума, которым надоело мириться с жуткими условиями жизни. По словам местных жителей, улицу не ремонтировали очень давно. Пару лет назад для прокладки коммуникаций городские службы разрыли и без того находившуюся в плохом состоянии дорогу. Обещали положить новый асфальт, но слова не сдержали. В итоге жители получили постоянную пыль от проезжающих автомобилей, грязь, дождливую или сырую погоду, глубокие ямы и рытвины. Мириться с происходящим они не стали и перекрыли часть улицы. Спустя время к ним приехали депутат парламента Рашида Айба, глава Сухумского собрания Дмитрий Осия, которые избирались по этому округу. Приехали вместе с заместителем главы Сухума Автандилом Сурманидзе. В итоге людям пообещали оказать содействие в решении вопроса. Позже, по словам местных жителей, им стало известно, что урегулировать вопрос не удалось из-за отсутствия средств. Людей попросили еще немного потерпеть. Однако сообщить им, когда же наступит благоприятное время и до улицы Фазиля Искандера дойдет взор государства, не смогли. Зато теперь стало спокойно, говорят жители. Пыли и грязи стало на порядок меньше. Заграждение планируют убрать только тогда, когда начнут асфальтировать дорогу. А до тех пор одна из центральных улиц Сухума останется перекрытой.